детской радости. Жутковато. Слави уже давно не просто держала меня за руку, а обхватила ее, плотно прижимаясь ко мне всем телом. Но это хорошо, значит, она тоже боится. Однако в ее голосе не чувствовалось особого испуга. Это плохо, значит, она действительно странная. Может, не стоило сюда ночью идти? Наверное. Вернемся? Нет, ну как же, а Шурик? Сказала она, искренне удивившись. Да, Шурик, и чего он вообще сюда полез? Может, его вообще тут нет? А где он еще может быть? Не знаю, волки его съели, например. Не говори так. Славя нахмурилась и отошла от меня на шаг. Я уже настолько привык к ее близости, что несколько расстроился. Ну ладно, ладно, волков тут, допустим, не водится, хотя бы мне знать. Ну, раз уж пришли, давай искать. Ну, какой-то поюзный шприц бы не наступить. Мы обыскали все помещения старого лагеря. Игровые комнаты, спальни, столовые, кухню, туалеты и даже заглянули в кладовку, доверху забитую какими-то пустыми, истлевшими коробками. Смотри. Когда мы вернулись на то место, с которого начинали, Слава подобрала что-то с пола и протянула мне. Это была старая кукла, выцветшая от...